Всем привет, дорогие друзья, с вами Дреди, добро пожаловать в игрушку Best Battle Simulator. Ну что ж, сегодня у нас будет сражаться Йети против... Давайте посмотрим, против дракона. Ну, конечно, этого Йети давайте уберем. И я не знаю, но это неравная, мне кажется, схватка, но мы посмотрим. Так, Йети против дракона. Ну, конечно же, дракон побеждает очень легко. Я предлагаю поставить троих Йети, то есть добавить йети, потому что один йети это слишком мало. Нам надо больше сделать. Так, ставим, допустим, вот сюда йети и сюда. Три йети против дракона. Сколько же йети справится? Смотрите, одного легко растоптал. Не, ну дракон слишком жесткий. Дракон слишком жесткий. Хорошо, мы не будем мелочиться. Дракон слишком легко справляется с йети, поэтому йети мы сделаем 10. 10 йети. 10, я думаю, это будет достойно. Так, 5, 6, 7, 8. Правильно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, 10 есть, ребятки, против дракона. Let's go. Не знаю, кто победит. Ну, дракон. Дракон сильный. Пытается что-то делать. Ну, что-то есть слишком... Я не знаю, они, мне кажется, вообще его никак не бьют. О, все, ребят, они справились с драконом. 10 йети справились с драконом, можно посмотреть. Все, дракону ничего не осталось, нифига себе. Брызги крови. Мне нравится, в конце эпически все так замедляется. И можно посмотреть на застывший момент, что там произошло с йети нашим. Так, где же наш йети самый? Кто же его одолел, нашего дракона? Ох, какой грозный йети. Ну что ж, хорошо, справились, молодцы. Можно очистить. Теперь предлагаю, сегодня будем йети тестировать. Предлагаю, допустим, йети против мегалодона. Да, всегда хотел посмотреть йети против мегалодона. Так, кто же все-таки сильнее, йети или мегалодон? Делайте ставки. А, ну конечно, мегалодон, ребятки, смотрите, он просто... Он ноги кусает, пяточки чешет нашему йети. А наш йети, что он делает? Кайфует, ему приятно, да? Вот такой вот страшный, страшный, страшный йети. Так, блистательно. Ну что ж, давайте поставим дополнительных йети. Идем сюда. Так, кто-то у нас еще тут, есть слон. Ну ладно, слона не будем трогать пока что. Потом сделаем йети против слона. Это будет чуть позже. Хорошо, три йети. Справится ли три йети против нашего мегалодона? Причем мегалодон на суше, ребятки, на суше выживает. Легко. Легко я справился с мегалодоном. Окей. Поэтому сейчас мы сделаем 10 йети. В два ряда давайте. 10 йети против мегалодона. Справится ли наш мегалодон? Они напали на него, напали, начинают бить. Все с боков, со всех сторон. Все, кажется, наши йети победили. Да, тут определенно йети победили. Так. Забавный такой момент. И у них много-много рыбы будет. Так, хорошо, хорошо. Можно протестировать, допустим, очень интересно. Да, что ты будешь делать? Очень интересно. Ну, давайте сильно йети поставим. А на ту сторону давайте слона поставим. Посмотрим, йети же или слон. Слон победит. Как вы думаете, йети или слон? Смотрим на этот момент. По-моему, слон победил, да? Слон явно победил йети, ребят. Ну, как вы видите. Так, хорошо, надо ну, что-нибудь более интересное. Да, что ты будешь делать опять? Что ты ставишь постоянно мегалодон? Так, давайте поставим йети против танка. Как вы думаете, победит ли танк? Танк или йети? Йети такой здоровый. Танк уже промазал. Танк поворачивается. Сейчас застрелит, кажется. Смотрите, он мажет, танк мажет. О, попал, все. Хорошо. По Йети не справляется пока что вообще ни с кем. Не такой уж Йети и крутой. Хорошо, сделаем три Йети против танка.
Ну танк дорогой-то. 6000 стоит танк. Начинает бить наконец-таки. Своими ручищами. Промазал танк. Еще одного стер. Мне кажется, нашему Йети очень больно, смотрите. Отлично, ребята, три Йети справляются с танком. То есть, в принципе, танк не такой уж крутой. Так, ладно, поставим Йети. А сюда давайте поставим кого-нибудь. Мегалодон был, давайте Тирекса поставим. Мне интересно, Йети или Тирекс, ребят, победит. Сейчас мы с вами это и посмотрим. Кажется, Тирекс легко справляется с нашим Йети. Хорошо, усложним задачку Тирексу. Я не буду слишком много ставить Йети. Давайте два Йети, я думаю, будет нормально. Два Йети или один Тирекс. Ох ты, нифига себе, он подкидывает просто нашего Йети. Готов. И... Ох ты, размашивается. Он бьет его. Что он с ним сделал? Да, он убил. Убил Йети. С двумя справляется. Ну, хорошо. А как насчет три Йети? Три Йети это уже серьезно. Справиться с тремя Йетями, то Тирекс будет просто красавчиком. С одним справился. Со вторым. Ай, все. С двумя только справился наш Тирекс. С двумя справится, с тремя нет, ребят. Как вы видите. Давайте возьмем Йети. Йети против, я не знаю чего. Тирекс был. Ух ты, мне вот интересно, против длинношея. Йети или длинношей? Так, смотрим на нашего длинношея. Йети уже начинает его бить. А, я не знаю, кто победил. Длинношей победил, да. Длинношей победил. Окей, окей, окей. Так, сделаем, значит, двоих Йети. Двоих Йети или длинношей. Но с двумя Йети будет сложно справиться. Они прям под ноги бросаются. Значит, какой стойкий. Стойкий наш длинношей. Нет, не выдержал. А у него лапки нету. Один взорвался, ну. И Йети живой. Какой-то страшный Йети, смотрите. Так, ладно, тут мы с вами посмотрели. А, на чем еще протестировать Йети? Допустим, Йети. А за другую команду будет играть. Это маленькая акула слишком. Йети или 10 горилл? Не, давайте раз, два, три. Йети или 5 горилл, как вы думаете? Смотри, какая горилла. Горилла по сравнению вот с Йети таким здоровым. Посмотрим, Йети или горилл, или 5 горилл. Они начинают бить, нифига себе, они размашисто так бьют. Легко, а, смотрите, добил. Обезьяна добила, ребята, смотрите. Йети убил 4-х, но с 5-м не справился. 5-й его просто замахал. Так, понятно. По количеству денег лучше купить 5 горилл, чем одного Йети. Так будет эффективнее. Так, ну хорошо, Йети, на что ты у нас еще способен? Что у нас тут такое? Тут какие-то странные личности. Кто вы такие? Тут люди, ребят, тут люди. Рыцари, давайте 10 рыцарей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Один Йети или же 10 рыцарей? Как вы думаете, кто победит? Рыцари идут в бой против гигантского Йети. У них острые мечи. Поэтому они легко справляются с Йети. Хорошо, а если бы было 3 Йети? Поставим Йети. Вот три таких Йети против всего лишь кучку рыцарей. Я думаю, сложно будет рыцарям победить Йети. Смотрите, одному победили. Два осталось.
Один рыцарь. Ну все, рыцари не справились эти. Так, ладно, я даже не знаю, что еще тестировать. Ну, допустим, йети против... Что это? Какая-то пушка. Против пушки. Промазал. Или попал. Попал, попал. Но не пробивает. Попал. Он не может дойти. Йети просто не дошел. Поэтому, ребятки, давайте поставим еще одного йети. Но мы его посадим немножко позади. Вот так вот. Смогут ли справиться наши два йети? Смотрите, один задерживает его просто. А другой идет. Другой подходит. Отлично. Справился. Просто дело в том, что пушка его не подпускала близко к себе. Хорошо, тебя давайте удаляем, тебя удаляем. Поставим. Там еще какая-то пушка. Лазер. Давайте против лазера, допустим. Справится ли лазер? Не, йети наш доходит, окей. Окей, понятно. Так, а там что-то еще было. Давайте это удалим. Вот, хорошая пушка. Ну-ка. Это даже получше, наверное, чем лазер. Она почему-то промазывает. Легко, йети наш справился. Справился с этой пушкой. Так, хорошо. Давайте огнемет поставим. Сейчас поближе подойдет. Наш йети подгорел. Он не справился с огнем, ребят. Йети не справился с огнем. Йети боится огня, понятно. Давайте теперь финальная будет такая вот финальный замес. Я предлагаю поставить 10 йети. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 йети против... Нет, 10. Против троих мегалодонов. У нас серия посвящена мегалодонам. Давайте против двоих мегалодонов. Два мегалодона и 10 йети. Офигеть. Мегалодоны крутые, крутые, смотрите. По-моему, мегалодоны справились. Да, мегалодоны явно справились. Хорошо, хорошо. Теперь поставим твоих драконов. Два дракона. И 10. Но они летают, смотрите, они взлетели. Они их просто не достанут. Не, спустились, смотрите. Накидываются. Легко. Хорошо. Справились, да, значит? Я предлагаю сделать йети в два раза больше. Раз, два, три, четыре, пять. Это уже 15. Раз, два, три, четыре, пять. 20 йети и 2. То есть каждому дракону надо будет убить по 10 йети, получается. 2 дракона и 20 йети. Они просто всех поджарили, ребята. А йети боятся огня, как вы знаете по прошлому видео. Одного дракона все-таки они его завалили. И второго? В смысле? Тут что-то непонятно. Вроде как бы все эти горят, смотрите. Но почему-то два дракона лежат. Неужели ничья? Смотрите, а это откуда появился? Я тебя не видел. Неужели... Неужели эти победили? Давайте... Я думаю, надо еще раз проверить. Чтобы уж наверняка убедиться, кто же все-таки сильнее. Они эти поджарили. Эти боятся огня. Летают, летают, летают. Драконы, чистая победа. Один наш взлетел. Смотрите, как высоко взлетел наш дракон. Так, летающий. Йети все горят, ряд. Просто все йети горят. И наш дракон побеждает. Красавчик. Давайте посмотрим, что же все-таки было у нас за пределами этого поля. А там все, ребят, там пустота.
Вот, если хотите больше подобных серий, обязательно ставь палец вверх, подписывайся на канал. Ну а с вами был Дариди. Я не прощаюсь, я говорю до свидания, всем до скорого, пока-пока. Тут, кстати, короли такие личности сидят, вот, как вы знаете, известные. Это самое такое тронное место. Ух ты, там какой-то подвал есть, интересно. А, тут решетки, тут гладиаторы сидели раньше. Тут какая-то потайная комната. Никому не известно. Кстати, там тоже что-то интересное. Ну-ка, давайте спустимся пониже. Тут тоже клетка. А тут много таких. Тут много таких мест. А сюда, тут держат, видимо, заключенных, которые дерутся на этом гладиаторском поединке. Это, я так понимаю, выход. Выход в бездну, в никуда. То есть вся жизнь основана на гладиаторских боях. Ладно, ребята, с вами прощаюсь. С вами был Дариди. Всем до скорого. Пока-пока.